Все вместе сейчас соберемся, можем одну комнату точно отделать. Где будет кухня, в какие цвета покрасят стены в группах? И не только. Представители жителей нового городка ориентируются в бывшем клубе «Искатель», как у себя дома. Ремонтные работы в будущем детском садике идут под их тщательным контролем. Впрочем, они и сами готовы взяться за инструменты. Но такой необходимости нет. Рук на объекте хватает. Отоплением прогрели здание, и сейчас уже начнутся активные отделочные работы. 60 человек будет через день. Сегодня будет вечером. Будет 80, и все начнут в круглосуточном режиме работать. Городок уже размещается, дополнительно 4 вагончика поставили. Начали в апреле, завершить должны до конца года. В ходе демонтажных работ обнаружились трещины в стенах и фундаменте. Пришлось сделать паузу и проводить дополнительные обследования. В результате усилили еще и фундамент, но на сроки это никак не повлияет. Проводится сейчас чистовая отделка в здании, отопление подано, контур закрыт. То есть материалы все основные для отделки закуплены. И, в общем-то, ничего не мешает подрядчику. Запараллелись ряд работ. Готовность объекта 80%. К концу декабря аварийное здание 66-го года постройки будет не узнать. А уже после Нового года в нем откроется детский сад на 120 мест. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».